Давай, камера пошла. И потом уже после этого езжать на лебедку, учись на лебедке работать. А мы вот это... А? Сфоткай, типа, выкладывайте в группу. У меня нет интернета, я бы выложила. О, давайте еще снимем с моим. Отлично. Только в полете живут трактористы. Стоп. Стоп. Пойдем. Пойдем отсюда, бегом. Да тихо. Да, я понял. Я уже видел. По... Мы с тобой дохлые. Поднимет как эти, да? Перышко. Земли снимет, как вообще, не знаю, как. Вот так вот. Чиз. Вадим готов? Иван, мы готовы, поехали. Ты везде пристегнулся? Да. Вернись, не бежим. Вернись, сопротивление. Ага, почувствовали давление, пошли. А я поток понял. Я поток почувствовал и сел. Заебись, как я давно в полете не был, блядь. О, ласточка. Я ласточка. Заебись. Да, вот это ощущение. Вот оно. Вот оно, родимое. Блять, вот оно. Два года без полета. Бля, ветер, да, хороший. Вообще охуенный ветер. Да, это помощь. Да, это трепало. О, нихуя, я не знал, что там даже такие посадки есть. Туманность есть, да, такая маленькая. Какое такое кольцо сделали, блядь. Вот, видишь, я говорю, то, что вот плюс-минус, блядь. Да, вот это, да. Блядь, надо просто одной плоскости. Тянем, еще как бы. Просто чуть потише можно, если видно, ветер сопротивляется сильно. Побольше. Но Иван хорошо затягивает. Просто я имею в виду, что именно в плане моего комфорта. Ага. Мне не очень нравится эта тема. Вернись ручку, да, я и скажу. Да, я уже понял. Бля, нихуя такой туман вошли. Мы уже. Да. Вообще глядя туманики. Ну облаки, епта. Да. Вот это высота. Кто курит, ёпта, туши папиросы, блядь. Вот там? Да. Ща охуеть. Только в полете живут десантура. Блядь, заебись. Так охуенно. Бля, вот примерно 400-300 метров где-то есть, набрали. Да, охуительно. Бля, Колян, вообще спасибо от души. Просто, блядь, ты так мои эмоции наполнил. Ты, ну, бля, вообще, бля, спасибо большое. О, интересный пилотаж. О, заебись. О, вот это мне нравится, когда сердечко поднимается. Ооо.
Блядь, спасибо реально, Колян. Вот, на самом деле, вот я тоже подумал, тут общение намного, ну, много как влияет, да, на самом деле. Там, короче, общение, круг общения очень... Да. Вот мне нравится с хорошими людьми общаться. Аналогично, полностью все аналогично. Как не хватает, братан. Где-то, конечно, всегда мы где-то были хуже, чем, знаешь, я на определенном... Да. Периоды жизни, но надо становиться, стараться лучше становиться. Конечно, я вот играть. На самом деле... Вот много это... плохого людям тоже сделали, много, я вот народу много травмировал, за это, сейчас знаешь, как стыдно вообще. Мне тоже, ну есть такая ситуация. Хорошего мало, а хочется напомнить, жить хорошим. Да, я вот просто то общался тоже круг, ну, блядь, честно сказать, да, всякие, блядь, эти... Ну, мутные, ну, мутные общения, да, и люди, понимаешь, они не такие ответственные. А тут реально человеческое видишь, отношение. Уже полет нормальный. Видишь, мы уже летаем куда нам надо, короче. Куда да. хотим. Блин, поток хороший. Ямы, смотри, такие, как будто мины, блядь, приземлялись. Угу. Песок, может, копали, хуй его знает. Подействовал, я разлетался. Да, да, да. Но это еще не все, на что я способен. Это я такой после месяца. Пролет. Прекрати нас кошмарить. Подкошмаривает чутка. Видишь, солнышко выглянуло, где-то внутри видишь, что термичка. Да, 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 есть такое. Ну потоки чувствуются, где-то да, теплые, холодные. Бля, ну нам минуты 3 есть, 4 где-то. Ты чё, уже не отчасти, чтобы... Да, заебись, потоки поймали. Опять? Блядь, я тебе говорю большое спасибо, вот реально. Я тебе большое спасибо хочу за работу занимайся, сказать. Я тебе говорю, спасибо, блядь. Что сюда подтянул, на самом деле, занимайся, большое. Будем летать, я у летать. Меня, вот что после полета, у меня сейчас такое желание было, вообще просто, я тебе отвечаю. Я 2 года не летал, Колян, 2 года, даже больше, ну, 2,5, наверное, где-то. Сейчас для меня это такие впечатления, то что я обратно в небе. Я в небе. Блять. Да, о, поток пошел. Только не болтайся. Не, я как сижу, так и сижу. Да, сиди расслабленно. Я получаю удовольствие. Да, раскатишь, конечно, что. Ну, сам в теле. Да. Надо держать на уровне. Короче. Видишь, над ветром, видишь, поднимаешь чисто в потоке, видишь? Да, вот да, за этим, на ветер. Сейчас приготовься, как мы будем встретить. Можем, надо не знаю. Загасим. Танюха уже на старте. Сейчас я развернусь против ветра и давай. Давай подъезд. Давай подъезд, давай. Татьяна, мы еще дальше летим. Мы продолжаем лететь. Спасибо. Вообще душевно. Все, мы на земле все штаты. Это подождите, я сначала Колянович принес.